Эй, а что ты смотришь? Отойди, у меня там самое интересное! А что ты ешь? Чипсы, ну отойди, пожалуйста! Я тоже очень голодный! Ну иди поешь! Ничего! Кстати, ребята, а подскажите, какой у вас самый любимый фильм или мультик? Напишите прямо сейчас в комментариях! Ксюша, иди готовь мне еду. Я очень хочу есть. Я хочу молока и всяких разных вкусностей. Иди готовь. А то что? А то сама знаешь что. О, не знаю, но и знать не желаю. Ладно, я приготовлю тебе поесть. Ну, фильм потом досмотрю. Чипсинку может? Нет. Ребята, а если вы не хотите, чтобы к вам приходил желейный кот Бука и пугал, и мучил вас так же, как мучает меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. Итак, 3, 2, 1, 0. Поставили? Ура! Бука не придет вас пугать, конечно, если вы успели поставить лайк. Но так как он нам сказал, мы должны готовить ему еду. Представляете, какой кошмар? Но мне деваться некуда, я пойду и сделаю это. К тому же у нас подобралась соответствующая игра. Давайте же зайдем туда. Привет, я Майкл, член жюри престижного шоу «Мастер-шеф». Здравствуйте. И сегодня мы определим нового повара-победителя. Это точно буду не я, и кот меня этот съест. Простите, Майкл, забегает вперед. Пока что мы просто отбираем кандидатов. А, то есть я даже еще не на конкурсе. Кстати, меня зовут Флоренс, приятно познакомиться. Взаимно. Мы путешествуем по городам и ищем будущих победителей. Меня зовут Диего, приятно познакомиться, Диего. Для начала приготовьте для нас что-нибудь простое. Поразите нас своими навыками. Боже, думаю, у вас получится. Спасибо, конечно, что вы верите в меня, но... Я попробую, но ничего не обещаю. В смысле ничего не обещаю? Иди готовь, я голоден. Что ты сказал? Я голоден. Ничего не обещаю. Я понимаю, что ты голодный, но подожди, пожалуйста, я только зашла в игру. Этот кот меня сводит с ума. Кухня в вашем распоряжении, до скорой встречи. Не уходите, пожалуйста, вы меня так хорошо поддерживали. Что мне теперь одно делать? Тут еще на время что-то будет. Давай приготовить, давай готовить. Я пытаюсь. Сыр, листики. Листики, это базилик, я говорю листики. И помидор. Что нужно дальше делать? А, помидор. Готовить. Пицца маргарита. Давайте готовить. Ну, попробуем. Что нужно делать? Тут время, что ли, какое-то идет? О, мне нужно резать. Раз, два. Классно! Я порезала помидорки. А, их много еще нужно резать. Боже, это приложение просто меня поражает. Что еще? А, это тесто. Я думала, это сыр до последнего. Йо, я думаю, как так его раскатывать? Я пытаюсь сделать хорошо. Так, мы наливаем. Я налила, знаете, что это? Это такой специальный соус для пасты. Я его знаю. Теперь ломтики моцареллы. Давайте вот так. О, боже! Я промахнулась! Какой кошмар! Вы видите, как у меня моцарелла лежит? Просто всего лишь два кусочка будет. А, я должна попасть была. Ну, все, уже поздно. Какой кошмар, это ужасно. Давайте вот так. Это могло бы быть красиво, если бы не моя ужасная. Можно переделать сыр, пожалуйста? Ну, давайте, все. А как я нажму на кнопку, когда оно будет готово? Куда нажимать-то? Боже, оно все сгорело, достаем. Ой, ужас какой. Это было самое сложное задание в машине. Сейчас еще будут пробовать это. Сейчас они ужаснутся. Они, смотрите, ждут. Я должна поднять крышку сейчас. Я не могу ее даже поднять. Нормально? Посмотрим на вашу Маргариту.
Это простое классическое блюдо, как раз поможет нам понять, что вы, на что вы способны. Какая тонкая корочка, прямо как я люблю. Возникли проблемы с духовкой, не страшно, все равно получилось вкусно. Было вкусно, мы хотим, чтобы вы участвовали в следующем испытании. Это был самый сложный кастинг в моей жизни, никогда не проходила кастинги, и вот прошла. Прямо перед вами, сидя у вас, вот. Мои поздравления. Обалдеть. Так, дальше. Шоу скоро начнется, но перед этим Флоренс, Майкл и я хотим преподнести вам подарок. Откройте его скорее. Так, новый наряд. Окей. Теперь, когда вас выбрали для участия, нам надо узнать о вас побольше, чтобы представить аудитории. Какой аудитории? Итак, кажется, сейчас мне нужно будет представиться. О, обожаю эту штуку! Кот, как тебе моя пицца? Тебе понравилось? Ну, такая себе, как-то не очень. Не понравилась пицца? Нет, конечно. Какой же ты противный, я попробую приготовить. Ладно, я попробую приготовить новое блюдо, хватит рычать. Ребята, спасите. Так, ладно, мне нужно выбрать свой внешний вид. Ну, что на меня больше всего похоже здесь, наверное, вот эта девочка. Волосы вот похожи прям, вот эти волосы мне больше подходят. Но это самые длинные, так что это хорошо. Так, теперь давайте лицо. Ого, какие лица. А мое есть, интересно? Моего вообще ни одного нет. Мне, знаете, какое нравится? Вот такое. Да? Оно такое. Типа, что вы тут делаете? Мне абсолютно без разницы, я приготовлю любое блюдо. Так, это мы разобрались. Ну все, кожа тоже у меня такая же, как у нее, окей. Вы уверены? Позже вы смотрите. Да, уверена я, красотка. О, вон она, я стою. Смотрите на мои руки. Я могу схватить эту женщину и выбросить из жюри, если что. Спасибо, ваши советы очень помогли. Потрясающая фотография. Пора играть. Ну что ж, готовим что-нибудь, нет? Всем привет. Приветствуем вас на первом испытании, мастер-шеф. Мы ведем запись официального отборочного... Господи, они еще запись ведут. В этом испытании вы будете состязаться друг с другом за право получить фартук мастер-шеф. Есть к чему стремиться. Мы оценили вашу способность адаптироваться. Хороший повар должен уметь готовить фирменные блюда разных стран. Конечно, я умею яичницу из какой-то страны. Так, пусть победит лучший повар. Опрятная малина. Это я, короче. Это вот все мои конкуренты. Я не люблю конкуренцию. Я не умею конкурировать вообще. Потому что конкуренция — это состояние борьбы. Я не умею быть в состоянии борьбы. Я умею быть только в состоянии гармонии. Какой ужас. Так, это рыба! Я обожаю рыбу. Так, авокадо, нори и рис. Это что-то японское будет. Смотрите, что я сделала. Боже, рис. Можешь нормально встать просто вот так? Капец, наконец-то. Ну, все ингредиенты у меня, конечно, в ужасном состоянии. Давайте готовить. Сейчас будет самое страшное. Так, нужно почистить авокадо. Раз, два, три, четыре, пять... Мамочка, я боюсь что-либо пропустить, потому что потом это окажется, конечно же, во рту жюри, и они меня явно не поймут. Следующий шаг. Рыба. У меня тут нужен быть глазомер. Аккуратно. Хорошо. А, глазомерим. Потрясающе. Еще раз. Какая классная рыба. Мне кажется, она очень свежая. Итак, дальше это что? Я забыла, что... А, это авокадо, да, наш? Ребята, я просто превращаюсь в настоящего повара в этой прекрасной... Я, кажется, немножечко неровно это сделала. Я постараюсь сделать лучше. Ну ладно, один кусочек немножечко кривоват. Приправлять надо или что-то еще? О, нет, вы посмотрите, какую задачу они передо мной поставили. По квадратику разрезать — это ужас. Я понимаю, что нужно делать. А, нужно не заходить за границу. О, боже мой, какой ужас. Упс. Это был упс. Написано, я не знаю, что делать. Ломтик авокадо. Куда мне его класть-то? Как его положить-то? А куда надо-то? А, вот как это делается. Раз. Ломтик авокадо. Еще раз. Два. Не знаю, что я там насыпала в это нори, потому что... Немножечко было криво, но на данный момент я просто идеально выкладываю свое авокадо, и меня это вполне устраивает. Почему я должна париться из-за того, что там какая-то штучка неправильно насыпалась? Пожалуйста, хорошо, что я не работаю в суши-баре.
О боже, мне бы так было стыдно за то, что я отправляю людям. Я бы, наверное, даже это не отправила. Меня бы даже уже выгнали сразу. Ребята, что нужно здесь делать? А, закрутить. Я закрутила. Раскрутить. У меня получился идеальный ролл. Сейчас еще раз. Представляете, это же реально. Получается, нам показывают рецепт блюда. Это потрясающе. Разрежем его. Вот это сложно. Тут я знаю, какая-то техника существует. Что это должно быть супер ровно. Боже! Это ужасные роллы получатся. Они непропорциональные. Так, тут. Так. Кошмар. Короче, я плохо режу и плохо что-то там еще делаю. Следующий шаг. Надо выкладывать это все. Королевский ролл. Пожалуйста. Сейчас мы будем... Оп! Ну, по-моему, красиво. А это что? Нарезанный имбирь. Ребятушки, все. Да, господи, я бог просто. Я просто бог. Сейчас мы еще вот так вот сделаем. Та-дам! Ну как же, это же высокое блюдо, высокой кухни. Готово! Кажется, я это сделала. Первый раз готовлю роллы. Кажется, мне даже не стыдно им это показать, несмотря на насчет того упс, который там был. Та-да-дам! Что вы скажете? Вы закончили в числе первых, замечательно. Роллы – классическое японское блюдо. Это блюдо сильно отличается от пиццы. Нарезано безупречно, я в восторге. Как красиво разложили. Результаты. На каком я месте? Я что, на первом? Я на первом! Обалдеть! Я супергерой просто! Я вообще в начале игры думала, что у меня вообще не получится готовить. Тут я на первом месте. Вот это что означает? Добавить немножечко уверенности себе. Немножечко. И легкости. Тебе понравились роллы? Они же с рыбой. Ну, пойдет. И это все, что ты скажешь? Пойдет? Да. Вкусно же было. Я на первом месте, между прочим. На первом месте с конца. Какой же ты ворчун. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока. Пока.